Добрым утром, мои дорогие. Милана, с добрым утром скажешь? Да. Давайте с вами что-нибудь сегодня вкусное приготовим. Так, я хочу сделать салат, очень вкусный, который я попробовала в Грузии. И Милана сейчас будет чистить гранат. Показывать вам, как чистить правильно гранатик. Ну, давай. Готовы? Готовы, конечно, все готовы. Ну что, смотрите, уберем ножик, ну логично. Смотрите, мы отрезаем верхушку аккуратно, чтобы не задевать. Зернышки, да? Да, не задевать зернышки. Мы отрезаем. Опа. Опа, мы не задели ни одного зернышка. Да, вижу. Смотрите, мы теперь разрезаем... На вроде бы сколько частей? Ну, вроде бы на 6, да. У нас есть тут линии есть. Ну, если мы чуть-чуть бы еще чуть-чуть отрезали, мы бы увидели. Мы увидели. Так. Берем вот так делаем. Здесь. Отрезаем на несколько. Надрезаем, да, наверное? Так. Так, аккуратно, не спеша. Ты так страшно нож в руках держишь. Мне аж самой страшно. Не боись, мама. Берем. Ой, что-то. Берем. Так, что-то пошло не так. Сейчас, подожди, надо силы. О, видишь уже? Треснула, да? Так. О, видишь? Вот так берете и разсоединяете. Так. Несколько частей. Пожалуйста. Вот и все. И все. И достаем зернышки, да? Смотри, красота. На разделение. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, пять, ладно. Ой, как тебе? Очень вкусный гранат. Ой. Прям вкусный-вкусный, да? Обзорчик на гранатик. И все, и ты потом достаешь оттуда зернышки, да? Некоторые люди просто берут заодно наполовину, если я достаю. Это неправильно. Ты должен разрезать на 5 частей или на 6. А папа также чистил, да? Да? Потому что я, если честно, вот... Он у меня очень любил гранатовый браслет. И ты готовила ему? Я ему готовила, но он это... Ну, чистил гранаты все время он. Даже когда... Моя очередь. Даже когда он был в море, я приготовлю салат, а гранат же он в конце идет. Просто как украшение я ему всегда оставляла. Вот, пожалуйста. Красиво, да? Да, красиво. Видишь, даже видишь, центр есть. Вот центр, ну это как ты вот так сделаешь, как это, цветочек, видишь, цветочек. Да. Классно. Все. Ну ладно, давайте с вами готовить. Спасибо большое за консультацию. За информацию, да. Как за чистить, консультацию. Как чистить гранат, а мы с вами будем готовить сейчас вкусный салат. Да. Грузинский. Ну что, готовим, да, с вами? Готовим. Милана уже почистила, смотрите, гранатик. Вот такой он у нее получился. Целая вот тарелочка. Конечно, это будет много, но все равно. Значит, что нам потребуется? Я хочу приготовить салат. Салат называется «Тбилиси». Я его попробовала в Грузии, и мне он очень зашел. Так, для этого, значит, гранат я вам сказала уже, Милана почистила. Красная фасоль, грецкий орех, кинза, естественно, красный лук, чеснок. И говядину я отварила. Отварила с перцем крупным, луком, лавровым листиком. Так как варила вот язык. Кстати, все вы мне спрашивали, если чем вы себя балуете, нет свинины в Турции. Вот покупаем, например, язык. Вчера вы меня немножко раскритиковали, что я вам показывала колбасу. Ну вот, язык мы очень любим, сейчас я его почищу и... На завтрак, на бутербродики просто замечательно. И еще вам хотела показать. Смотрите, вот я у вас спрашивала, что это за
цветок, который мне подарили. И он, смотрите, взял и расцвел. Вот такие вот цветочки. Ну все, давайте начнем готовить. Вот, смотрите, лук, нам нужно его замариновать. Я в таком буду мариновать. Вчера, да, мы с вами покупали уксус яблочный, можно взять винный или обычный. Значит, 1 столовая ложка уксуса и 100 миллилитров воды. Вот. Кого я еще... А, вот и еще один, кстати, хотела вам показать девайс. Он у меня есть в Мурманске, но здесь в Турции я его тоже нашла. Смотрите, вот он измельчает, мне очень нравится чеснок. Вот мы как раз чеснок и грецкие орехи будем вот в нем измельчать. То есть такая вот... Я его нашла, если кто в Турции, я его нашла в Метро. Стоит каких-то смешных денег, что-то около 100 рублей на наши деньги. Ну вот себе такой купила, такого помощника. На Валберрис он тоже есть. Такой вот измельчитель. Очень удобно, и руки как бы не пахнут чесноком, и измельчает очень хорошо. Сейчас вам покажу. Так, и что вам еще показать? Мою подушечную собаку, да? Ну вот, ну что это за пес такой? Ну что это за пес Барбос такой лежит у меня? Взял, подушка вот так стояла около дивана, он, значит, его лапой, да, положил, скажи, неудобно мне, надо же лежать на ней. Да, Оскар? Ося, ты спишь или нет? Ты спишь или нет, скажи мне, просто скажи, валяюсь, лежу, да? Ну ладно, давайте с вами готовить, а Оскар будет вот открытыми глазами за нами с вами наблюдать. Так, ну смотрите, я уже нарезала говядину, ну такими вот небольшими кусочками, можно полосочками нарезать, кто как любит. Я не очень люблю, когда в салат эти какие-то большие куски, больше люблю так помельчить, поэтому... Вот таким образом нарезала. Смотрите, я еще добавила, достала болгарский перец и перец чили. Ну, чили, естественно, небольшой кончик отрежем, да, и добавим, измельчим. И перец болгарский полностью весь. Семечки сейчас все удалю. Смотрите, я уже порезала перец чили. Кстати, вот порезала я кубиками, а надо было, конечно, такими полосочками. Так что вот делайте по-другому немножко. Ну, я уже нарезала, просто тут что-то думаю о чем-то. И нарезала так, как нарезала. Ладно. А вообще должно быть такими вот полосочками. Перец чили и болгарский перец нарезали. А здесь у меня маринуется лучок в уксусе с водичкой разбавленной. И нарезаем с вами кинзу и чесночок. Ну все, смотрите, добавляем теперь маринованный лук. Я взяла вот такую красную фасоль. Ну, конечно, не бондюэль, не прям не айс, но пойдет. Вот. Измельчила я зелень, грецкий орех и чеснок. Смотрите, в кружку еще кинзу я положила. Покажу вам, как меня научила Олеся пить томатный сок. Это очень вкусно. Так, и соединяем все ингредиенты. Сейчас покажу, что получится. Так, ну что, последние штрихи у нас салата. Мы добавляем с вами гранат. Очень вкусный и полезный салат. Единственное, что ему нужно постоять в холодильнике где-то часик, чтобы он настоялся. Вот, так что фасоль, кинза, грецкий орех, да, лук, чеснок и говядина. Вот, и гранатик. Все, даем салатику постоять. А кто спрашивал у меня про рыбку, как я ее мариную? Лана, ты можешь подержать второй ручкой рыбу? Давай вот так сделаем. Ага. Смотрите, я просто беру... Сейчас, подождите, вот тут салфеточкой надо... Потереть. Да, промокнуть. Кровь какая-то. Милана, это же живое существо было. Так, промокаем, значит, нашу рыбку. Просто, смотрите, мне уже ее в магазине почистили. В Турции тут есть такая фишка, что можно попросить почистить рыбу. Я ее солю, перчу. Когда мы сейчас с вами ее начиним, то
Потом я еще сверху посолю и поперчу. Я кладу вот так вот. У меня, кстати, рыба дорада, да? Uh-huh. Смотрите, я кладу вот так вот лук. Вообще очень все хаотично. Теперь у меня лимон. Да, лимоны. Это все с нашей плантации, с урожая, которая за домом у нас. Так, и апельсины. Я не знаю, почему, но апельсины какой-то невероятный. Дает вкус. Да. Прям хороший. Вкус, да-да-да. Смотрите, я уже подготовила под рыбку такую фольгу. Да? Сейчас мы с вами тоже солим ее, перчим сверху. Потому что я уже снизу посолила и поперчила. Да, и перчим ее. И закрываем вот так. Да, и берем ее и закрываем. Да, с вами берем и закрываем. Я ей дам помариноваться до завтра, потому что у нас сегодня еда есть. Вот. И ничего страшного, можно в холодильнике до завтра оставить. Потом, когда вы будете ее выпекать, она у вас где-то полчасика, и потом откроете фольгу, чтобы корочка была. Да. Вот. Ну, а я сейчас вам еще буду показывать, как сок томатный делать. Ух, по Олесиному рецепту. Все. Смотрите, я нарезаю зелень, у меня тут укроп и кинза, у меня там осталось специально от салата. Вот смотрите, чашка. Это меня научила моя подруга Олеся, с которой мы все время путешествуем и живет в Екатеринбурге. Кстати, если Леся будешь смотреть, привет. Смотрите, добавляю укроп и кинзу. Да? Милан, ты... Подожди, ты вот так. Чтобы моя руки сполоснула. Давай. Так добавили мы чашечку. Да. Теперь смотрите. Сейчас я возьму ложку. Теперь мы с ней не нашли томатный сок здесь, в Турции, но он, оказывается, есть. Или томатный сок, но в Турции очень вкусная томатная паста. Она прям такая натуральная-натуральная. Мы прям с ней брали и разводили томатную пасту, и получался у нас томатный сок. Значит, добавляю. У меня тут в одной коробке чуть-чуть, в другой коробке чуть-чуть. Сейчас, секундочку. Вот. Добавляем мы сюда томатный сок. Да, томатный сок. Угу. Сейчас. Чуть-чуть надо, наверное. Да, чуть-чуть перчика. Обычного черного, да. Я просто помолю чуть-чуть. Угу. Ну, по соли посмотрите сами. Можно соль, если не соленая, не соленый сок. И смотрите, главный такой ингредиент. Это... Нет, это табаско. Табаско, да. Соус табаско. Ну, Милана, видите, у меня соуса нет, даже не знаю. Очень острый, я пробовала. Про существование такого соуса. Я уже попробовала. Так, ну я так полстоловой ложки беру. Вот это вот все хорошо перемешиваем. Нет, зелени должно быть много. Добавляем еще. Да. Ух ты. Да, это мало. Все. Ой, запахло-то как. Вкусно, да? Аж прям рецепторы все вкусовые вот эти вот начинают работать. Домашний рецепт. Нет, рецепторы, говорю, не рецепты, я говорю, рецепторы начинают вкусовые работать. А, ну да. Вот. Ну и все, и пробуем на вкус. Вы знаете, надо соли. Вот. Соли. И тоже даем чуть-чуть. Ой, нас... да, не так много. Нет, не нормально. Он вообще, кружка. Вообще не соленая совершенно. Кстати, в Турции соль такая не очень соленая. Да. Все, и даем настояться. Ну, табаско, естественно, если вы любите прям очень остро, можно и побольше добавить. Все, мои дорогие, спасибо большое, что были сегодня с нами. Милана с Оскаром идет гулять. Да, Осечка? Милана. Все. Ну, кому понравились мои сегодняшние рецепты, рада буду вашим комментариям. Всем хорошего воскресного вечера. Гуру Шурус.